Да. Такое с каждым может статься. Будете вы мягкие или грубы. Слон на рынке как-то затерялся, волею затейницы судьбы. Для слонихи он хотел подарок посмотреть, порадовать ее. Что дарить? Набор старинных марок или итальянское белье? Выбор так велик, что больно глазу. Как остановиться и на чем? Может быть, кольцо, а может, вазу, две печати с красным сургучом. Слон терялся в сказочных витринах, находя 100-тысячный вариант. Кружева, шкатулки, картины, сумки, кольца, антиквариат. Свет за окоем уже катился, обогнув весь рынок в полумгле, слон в посудной лавке очутился и в восторге ахнул, обомлев. Вазы и бокалы, и графины, тишина в них разом истекла, и все звуки истинного мира заплелись в симфонию стекла. Слон забыл, какое время суток, отражался хобот в хрустале. Кто в тот миг придумал злую шутку мышь позвать обедать на столе? Слон вдруг встал и стал мертвее стали, в ужасе попятившись назад. Как хрусталь запел, и как кристально вниз полился звонкий водопад. Ах, какие были переливы, и осколки в вальс слона ввели. Только слон метался и пугливо тер глаза, красневшие в пыли. Все сверкало. Пол, столы, серванты, зеркала, витрины. И среди них слон стоял в осколках виновато, так и не сумев в себя прийти. Чего так вышло? От того ли, что посуда хрупкая была? От того, что слон неповоротлив? От того, что лавочка мала? Помню, все звенело и дрожало. От обиды слон ревел, что было сил. Лавка мне тогда принадлежала, и слону я все в тот день простил. Слон навек запомнил этот вихрь, человечность сущую мою, и, сумев порадовать слониху, подарил ей сказочный парфюм. Сколько лет прошло, никто не знает. Но, плывя на временном борту, сердцем до сих пор я осязаю жалость и седую доброту. Жизнь по небу катится в карете, на ходу теряются слова, и по вечерам при лунном свете мне хрусталь поет про серого.